Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Сейчас стало очень модно соединять жанр детектива с эпохой античности. Испанский писатель Маркос Чикот стал известным после выхода в 2013 году романа «Убить Пифагора». Однако задумал он его еще в 1989 году на уроке математики, где его потрясли слова учительницы о том, что во времена Пифагора было известно лишь то, что π равняется 3 плюс что-то еще. Пифагорейцы не были уверены даже в первом десятичном. Вот тогда и пришло решение написать роман о числе π. Со временем Пифагор стал его любимым философом, но роман требовал сбалансированности между познавательностью и приключениями. Если увлечься только занимательностью, будет пусто. Если только смыслом, будет скучно. Любопытно, что явно обнаруживается многочисленные параллели между Пифагором и Иисусом Христом. Хотя первый жил и проповедовал свое учение почти на 600 лет раньше. Но его необычное учение о солидарности и братстве, свидетельство о том, что он творит чудеса, властвует над стихиями, исцеляет больных и вдобавок рассуждает о бессмертии души и об ее связи с божественным, удивляют. Маркос Чикот утверждает, цитирую, что западное общество утратило ценности и правила поведения, которые, подобно другим великим учителям, проповедовал Пифагор. Но каждый из нас, говорит он, лично по-прежнему обладает свободой следовать его учению. Итак, 510 год до нашей эры. Пифагор, возглавляющий могущественную религиозно-философскую организацию, решает назначить преемника из лучших 6 учеников. Но начинаются леденящие кровь убийства. Маньяк гениален. Под прицелом сам Пифагор. Пифагор прибегает к помощи египтянина Акинона, знающего толк и в расследованиях, и в человеческой психологии. В книге много загадок, жестокости, интриг, но все будет раскрыто, и читатель содрогнется от ужаса. И, как всегда, воцарится любовь, разум, пиршество интеллекта, добро и сильная женщина. Детектив получился динамичным, в меру историческим и в меру фэнтезийным, с соблюдением правил современных сериалов, особенно с использованием клиффхенгеров 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».